Вы знаете, где вы находитесь? И почему вы здесь? Мы оба знаем, что вы действовали не одна. Я Фанни Каплан. Сегодня... Мы же знаем ваше имя. Мы хотим знать другие имена. Мы должны это сделать сегодня. Это было. Он будет выступать на заводе Михерсона. У нас слишком мало времени на подготовке. Охрана будет минимальная. Он хочет казаться ближним к народу. Нет, нет. Должен ждать. Ты получила разрешение Собяков? Нам не нужно получать разрешение от руководства, и нам не нужно штаб. Мы должны действовать сегодня во имя партии и во имя будущего нации. Сегодня Ленин будет на заводе Михерсона, и мы встретим его. Это будет великий день. У нас будет учредительное собрание. Где вы встречались с вами, собственно? Я Фанни Каплан. Сегодня я стояла в Ленина. Я действовала одна. Где взяла револьвер, не скажу. Больше я ничего вам не скажу. Что ты делаешь? Ты нарываешься. Я за тебя прогнозирую, Юрий. Если я Ленин, ты оттуда попадешь? Ладно. Если я Ленин, это твой друг Михаил. А теперь стреляй в Ленина. Я не могу. Ну что же, будем надеяться, что ты не промахнешься. Юрий, запомни, это расплата за подавление голоса народа. Он подписал свой смертный приговор, когда он распустил учредительное собрание. Ты не имеешь права промахнуться. Кто она такая командует нами? Что? Я знал таких женщин на фронте. Ничего никогда не делает, но всегда командует. Что ты имеешь в виду? Она это делает без разрешения с ЦК. Она подвергает нас опасности. До революции она участвовала в покушении генерал-губернатора. Ты знаешь? Ну да. Бомба взорвалась, и она почти ослепла. Была сослана в Акутуи на 11 лет. Она не может стрелять. Мы делаем грязную работу за нее и сами попадаем в Акутуи. Встретимся на заводе, Юрий. Подумай. Подумай, и ты увидишь. Она не может. Назовите номер меня членов партии эсеров, связанные с вами. Они предатели. Вы знаете имя настоящего предателя. И я совершила акт правосудия. Вы не знаете, что вас ожидает? Вон она в толпе. Почему вы их награждаете? Они ставили вам грязную работу. Я всегда поддерживала созыв учредительное собрание. Вот он идет. 100 метров. Быстрее. Стреляй, пока он на виду. Что? Не мог стрелять. Она в толпе. Что ты делаешь? Надо уходить. Скорее. Это ваша последняя возможность. Я всегда поддерживала созыв учредительное собрание. Пошли, Миша, пошли! Что, Миша? Ленин жив. Конечно. Теперь он будет мстить. Куда ты? Я ухожу в подполье. Тебе советую скрыться тоже. Она уже раскололась. Для них
Мы преступники. Огонь! Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но только мы, гордо и смело, знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов, за лучший мир, за святую свободу. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ.